помещениях, что дворцовых, что жилых, иранцы использовали ковры. Ковры, пуфики, валики, да? То есть не было мебели. Ну и для красоты вазы там ставили, что-то такое. Поэтому, когда мы заходим кому-то в дом, ну куда нам взять ковры, чтобы не зашли в куплях, правильно, сняли. Если туда, там низкий немножко полок, вы видите, порог, что сделаете сначала? Голову же наклоните, значит, уважение, кому приходите. И так это было в мечети. Это второе. Третье, слуга. У него, может быть, заняты руки, он стучался об этот порог. Песок, который сейчас у нас. Усовершенствовать в своей стране. И что могли делать иранцы? Только усовершенствовать свои изразцы. Потому что здесь у нас пожалуйста, сейчас.